Смотри, какой вкусный пирожок. Не надо! Всем добра, дорогие друзья, пять ночей с Тимохой. Я не знаю, почему и что с тобой не так. Мне в комментах, короче говоря, все прям, где-то две недели назад все писали: Андрюха, поиграй в пять ночей с Тимохой. Я даже не знаю, кто такой этот ваш Тимоха, но взлом на улице Собачный, дом 9. Некий Тимоха проник в квартиру и устроил кормление пирожками. Алло, алло. Алло, дружочек. Это папа. Прости, мы с мамой задерживаемся на даче. Дружочек. Роза, Лиза и малыш в гостях у Тимохи. Ага. Они должны все вместе прийти сегодня. А почему тогда Тимоха здесь подожди голодный там, у меня? Пожалуйста. И еще. Ага. Мамочка там намесила тесто. Какое и тесто? И пяти вкуснейших пирожков для нашего гостя. Все, пока-пока. До связи. Пока-пока. Я твой папа. Закрутить трубы. Какие, бляха, трубы я должен закручивать? У меня игра лагает от этих ваших труб. А-а-а! Трубы мою компьютер убивают. Так, ладно, трубы надо закручивать аккуратно. Это что сейчас было? Там какой-то чебурек мимо пробегал. А как я пирожки приготовлю, я не умею. У меня нет информации, как это делать. Так, нет! Что это было? Тимоха! Я пирожки пытаюсь закрутить, я не знаю как. Если ты дашь слово, что не... What the fuck? Какое там тебе слово надо дать? Что? Кто это такой вообще, Тимоха? Я так понимаю, это мультик какой-то? Страшно, вырубай. Это правда. Как пирожки готовить? Я не умею. Что делать с голодом Тимохи? Тимоха, не голодай. Пойди пожри пельмени, я не знаю. У меня есть дошик, если что. А может он затем ко мне и бежит, чтобы дошик мой съесть? Тогда я никому не отдам. Ты хера в окно вылезаешь! Какой вкусный пирожок! Запихни его в жопу себе, что ты мне его показываешь? Давай трубы закрутим. Игра лагает, но не страшно. Нормально, нормально, родной, мы справимся с тобой. Я не знаю, почему она лагает, но окей. Что мне делать с голодом Тимохи-то? Если ты дашь слово, что никому не... Ты договорить не пытаешься? Как готовить пирожки? Я не понимаю. Я умею двери закрывать. Он рано или поздно придет за моим пирожком или что? Мой пирожок только мой, никому не дам. Не нужно мои пирожки трогать, они мне даны. Свет ничего не дает, слышишь? Мне свет не нужен, какой странный ФНАФ. Какие пирожки, как мне их готовить? Вон он появился. Дай пирожок. Ладно, давай. Даю, дай пирожок. Дай пирожок, паскуда. Мне нужно приготовить пирожков. Ко мне семья приедет. Я не знаю зачем, почему и почему я вообще должен готовить, аж ребенок. Ребенок ничего не умеет. Так, я так понимаю, он сейчас ко мне заварится, да? У него же голод повышается, правильно? То есть это же что-то? Просто я умею только трубы какие-то закручивать. Я сантехник, бляха, подрабатываю. Повар и сантехник, это я. Вон он, вон он, вон он. Сразу с пирожком зашел. И чё? Ну, ладно. Давай, дружок, открой ротик. Чего, блядь? Ты ебанутый, ты чё там наделал? Все, теперь вот, видишь, закручиваем трубы без проблем. Как вообще готовить пирожки, я не понимаю. Типа, у меня сзади пирожки! Прости, если жахнул. Так, ладно, хорошо, закидываем сюда пирожки. Ёбин-бобин, ты чем пирожки? Замечательно. Замечательно, так, давай сюда. А, значит, смотри, где Тимоха? What the fuck? Ладно, хорошо. Где эта шныга? Вон он, рядом. Я не понимаю, как пока что вообще все это работает, если честно. Где понять, когда кто есть? Так, я взял 5 пирожков. Пойдем еще приготовим пирожков. Пока я могу, я буду готовить. Я могу его кормить. Так, стоп, а он не ко мне зашел случайно? Так, где? Ага. Что там в шкафу происходит, какая-то движуха? Если ты дашь слово, что никому не скажешь... Не скажу. Только не надо, только уберите свои штаны. Так, давай, ладно, приготовим еще парочку пирожков. Что за игра, бляха? Где он? Смотри, какой вкусный пирожок! На, держи. Зачем ты просил меня поиграть в эту игру, родной? Тебе настолько это нравится? Ну, возможно, оно дальше там будет жесть какая-то.
Пока что я просто в шоке, если честно. Готовим пирожки, ни о чем не паримся. Я не удивлюсь, если это мой батя попросил этого козла ко мне прийти и свои пирожки показывать. Понимаешь, возможно, моему отцу не нравится, какие я пирожки готовлю. И он сказал своему другу, слышишь, приди сыну, покажи свой пирожок. Что за жесть, блядь, тут происходит? Я не знаю. Я защищу тебя, родной, держись. Никакой дядя никакие пирожки тебе не покажет. Спокойно. Будем защищаться до упора. Трубы закручивать. Нашли, блин, ребенка сантехника. А где он? Побой, он здесь! Мне кажется, я его видел только что. Он на 10-й камере был, 10-я камера, это ж моя камера. Куда он делся? Закрыли! Если ты дашь слово, что никому не скажешь, я куплю тебе мороженое. Если тебе кто-то так говорит, родной, беги от него. Смотри, какой вкусный пирожок. Что? Убери! Застегни обратно. Спокойно. Все, хорошо. Мы избавились от агрессора пирожочного. Ты не поверишь, но Warface снова суперакция, которую никак нельзя пропустить. Какие плюшки приготовил самый динамичный бесплатный шутер? Акция «Всквозь время». Она представляет для тебя супер подарки. Бесплатно 4 набора скинов плюс оружие. А также получи ускоритель прокачки аккаунта на 14 дней. Если тебе сильно понравится и ты привяжешься к набору «Сквозь время» и захочешь его оставить, то залетай в игру и выполни 3 специальных задания. Набор твой на все время. Но сама акция очень даже ограниченная, поэтому советую поторопиться. На этом веселье не заканчивается. За победу в любом PvP режиме или прохождение любой PvE миссии будет присвоено коллекционное достижение в игре. А если выполнишь 4 специальных задания, то сможешь получить навсегда убойный пистолет Six Hour P226 и камуфляж к нему, если ты новичок. А если ты уже давно играешь в Warface, то получишь уникальный камуфляж на этот пистолет. Короче, авторизуйся на промо-странице, чтобы с кайфом залутать ценные пушки и внешку для разных классов, попробовать их в деле. Скорее переходи по ссылке в описании, прям сейчас и успею забрать новые наборы для еще более увлекательной катки. Продолжаем. Это только была первая ночь. Он уже все свои пирожки показал, но нам не страшно. Алло, дружок. Это привет. Снова папа. Привет, прости, папа. Пожалуйста. Мы застряли в лютой пробке. Пап! Кто-то сегодня вторая ночь. Неладное творится. Подожди, пожалуйста. Планы на день, пинать хуи. Алло, слышишь меня? Вы там встретили Тимоху? У вас там вообще все нормально? Да, все нормально, бать. Он пытается запихнуть свои пирожки, куда не следует пытаться делать этого. Пирожочки, нужно запас стратегических пирожочков сначала сделать. По крайней мере, 3-4 нужно сделать. Быстрее, 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 быстрее! А почему батя нормально? Почему я бы... А, я не могу бате, наверное, сказать, он мне провод обрезал. Он вам не Тимон. Бонусные пирожки с доставкой. Это страшнее, чем любой аниматроник. Любой аниматроник что делает? Он приходит к тебе, голову откусывает и все. И как бы спокойно все. Все абсолютно нормально, все абсолютно классически. А здесь вот эти вот начинаются ширинки расстегиваемые, пирожки какие-то залетают куда не нужно. Отец, который со мной разговаривает с каким-то не очень умным человеком. Главное, чтобы он сзади не был. Самое страшное. Так, где он? Где он? Закрывай глазки. Чего? Где он? 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 Смотри, какой вкусный пирожок! Нихера себе, какой здоровый там пирог он достал! Слушай, а он всегда говорит, когда пирожок приносит? Мне интересно, или нет? Так, один пирожок сделали, просто пока успеваем, пока время есть, делаем пирожочки. Спокойно, спокойно, спокойно. Давай, давай, поворачивайся, поворачивайся, поворачивайся. Убираем. Открываем двери. Мне страшно готовить пирожки. До чего довели меня? До чего довели человека? Мне страшно готовить пирожки. Он может напасть на меня в любой момент. Где он? Так, ладно, пока я могу приготовить пирожочек. А почему он сейчас не говорит? Ты заметил, он ничего мне не сказал? Никакие пирожочки не объявил. Уже 5 часов, так что можно больше пирожочки не делать. Все, можно пирожочки не делать. Все спокойно, все спокойно. Родной! Ты в безопасности. Твои складские помещения не примут в себя никаких пирожков, так что все будет нормально, я тебя защищу. Кого вообще в голову пришло такое делать? Вот кому? Кому? Я хочу знать. Я хочу видеть этого человека. Спросите у него несколько вопросов, которые очень интересуют, я уверен, всех. На, держи. Нафиг мне трубы закручивать, я не понимаю. Что произойдет, если я не закручу трубы? Меня прольет водой? Я не знаю. У меня нет вопросов и ответов. Все, я могу закрываться, кстати. У меня 25 энергии, так что я могу просто закрываться и готовить пирожки до упора. Но я не буду. Все спокойно, родной.
Ты в хороших руках. Руки, которые печут пирожки. Ой, это игра. Ё-моё. Так, ладно, давай, продолжим. Третья ночь. Чё теперь батя мне скажет? Они уже пропали на три ночи, мои родители пропали. Алло, дружок, слушай, мы подъехали тут лужи крови. Что-то случилось? Эй, дружок. О, Тимоха, что случилось? Что случилось с нашими малышами? Вы, откройте ротики. Смотрите, какой вкусный пирожок. Какая гениальная актерская игра. 10 из 10. Лучше не бывает. Самое лучшее. Ой, ладно, 4 пирожочка — это нормальное число для начала. Хотя мне немного стрёмно, он же по идее активнее становится. То есть сейчас он может быть уже сзади тебя. А Тимоха уже голодает, слышишь? Берем пирожочки и делаем еще. Делаем больше пирожков, чтобы он ко мне не пришел. Делаем больше пирожков. Ну что, нам с тобой сказать. Бати больше нет, его напихали пирожками. Теперь он не батя, а... не знаю, выставка пирожковая. Блять, отличная шутка, родной. Где? А, не успел. Быстро. Отлично. Сразу его на максимум загасили. И пойдем сейчас подготавливать пирожочки новые. Смотри, какой вкусный пирожок. Не надо. Смотри, какой вкусный пирожок. Не надо. Хорош. Пирожочный где у мастер? Так, нормальный, он далеко, пойдем еще пирожочки сделаем. Так, 2 пирожочка пока что достаточно. Мне нравится, как я кладу пирожки до того, как открываю эту. Где ты, дядя? Дядя! Дядя! Закрыто. Так, ладно, пойдем пирожки делать. Все, пока можем. Он далеко от нас, поэтому можем парочку успеть. Слушай, это реально... это реально напряженно. Нормас. Два пирожочка, более чем достаточно. Но я бы на самом деле лучше бы еще сделал парочку, чтобы спокойно было. Спокойнее, когда пирожков много. Все отлично. Пойдем, готовим пирожки. Быстро! Самый хоррорный симулятор готовки пирожков на свете. Раз пирожок. Второй пирожок. Давай. Ставь. Быстрей. Блять, правда напряженно, слышишь? Да повернись ты, ебака! Ага. Я чувствую запах. Так, спокойненько, закончили. Ушел? Ушел, красавчик. А, так, пойдем, смотрим дальше, где он. Нужно его сейчас будет покормить быстренько. Так, у меня, кстати говоря, наверное, хватит еды уже. Мне, может быть, не нужно даже ничего готовить. Пока что ему нужно один пирожочек дать. Пока могу, дам пирожок. Запихну ему прям. На. Он говорит, я хочу жрать. Лучший Фнафер 31. Блин, какая игра, господи боже мой. Так, что тут дальше нам будут рассказывать? Алло, это дедушка. Чей дружок? Все сладкие новости уже. Прочит все газеты про тебя. Ты как там? Тимоха накормил пирожком всю полицию в городе. Черт. Я еду за тобой, держись там. Продержись еще 2 ночи. Я из деревни приеду за тобой. Держись. Мне деда больше страшно, если честно. Кто еще мне звонит? Я стал супербыстрым. Ну все, дружок, хана тебе. В смысле? Дружок. Да не, вроде нормальный, не супербыстрый. А он голодает из-за этого, наверное, тоже активней. Ай, не успел. Сейчас придет, смотри. Смотри, какой вкусный пирожок. Блядь! Отлично, замечательно, просто прекрасно. Зашибись. Давай, еще пирожочков приготовим парочку. Пока он расстегивается, мы можем с тобой успеть. 2, хорош. Погнали. Справлюсь. Ради деда. Хотя деда, если честно, я боюсь больше. Деда по голосу, мне кажется, еще страшнее в том все. Ай, бежит ко мне, паскудина. Ага, слышишь, потихой пришел, ты видел? Даже ничего не сказал. Надо его сейчас быстренько покормить парочкой. Отлично. Так, по-моему, он побежал ко мне, да, нет? Нужно просто держать баланс, знаешь, между готовкой пирожков и защитой от пирожкового агрессора. Тогда все будет нормально. Парочка готова.
парочка, это отлично. Я тебе говорю, он сейчас справа от нас, справа от нас, справа от нас, справа от нас, справа от нас стоит он. Нет, слушаешь, не стоит. Я удивлен. Ши. Все хорошо. Он там пока что бегает, что-то играется сам собой, ему весело. Ему весело, мне приятно. Сейчас он по-любому зайдет или справа, или слева. А мы сразу будем готовы сделать так. Пошли, парочку пирожечков пока запечем. Времени достаточно, энергии тоже, в принципе, должно быть достаточно. Так что... все хорошо. Спокойно, кулачок за меня. Все нормально. Ты в моих руках. Так что это хороший знак. Я на всякий случай свет включаю, потому что, если честно, я не уверен, что это помогает. Так, где Тимоха? А-а-а! Из кустов выбежал. Чисто ганг пытается сделать так. Ага, понял. Хорошо. Так, все, пирожки больше не готовим, пирожки больше не нужны. Пирожки больше не требуются нам с тобой, потому что у нас с тобой достаточно. До конца жизни буквально хватает. Ща придет скотобаза. Вот она. Приехала. Так, отлично. Ну все, значит, по сути-то. Ну, давай мы на всякий случай приготовим один пирожок. Потому что, ну, я немножечко переживаю. Вдруг не хватит. Но там, где один пирожок, там и два можно приготовить. А я продолжаю там шпарить пирожочки, давай, дальше. Ага, дед, что расскажешь? Пожалуй, поверить не могу, что тебе удалось тушить опять ночи. Я старенький, коленки барахлят, я не смог приехать. Дед! Я вызвал за тобой такси. К 6 утра оно подъедет. Беги, беги через черный ход. Все, до встречи в деревне. Пока. Какой, блядь, черный ход? Тут черный ход и так занят. Пирожочным вот этим вот агрессором бегает, тут всем пирожочный пытается... Так, спокойно, спокойно, спокойно. Нормально, ладно. Не знаю, зачем мне эти трубы закручивают бесконечно, я ни разу не увидел, что произойдет. Дед, ноги барахлят, башка у него барахлит. Надо было сказать сразу, я тебе, Андрюха, никого не вызову и вызвать такси. Че вот это начинается? А этот же перец ему тоже таксисту припихнет. Что происходит? Я не понял, как он так быстро ко мне прибежал, если честно. Прямо его не было, не было, не было, Херакс появился. Так, он там... А, он еще быстрее стал. Взяли пирожочки. Достаточно у нас сейчас их. Где он? Ага. На, разулю дал. Один пирожочек можно, наверное, приготовить. Ровно один, не больше. Больше пирожочков — это опасно, это вредно. Давай, 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 давай. Направо, направо смотри, направо, направо. Нету его. Нету его. Так, сейчас он далеко пока что от меня, все хорошо. Закрутили трубы. Так, пока что пирожочки готовить прям жизненно опасно. Пока что не будем больше делать. Пойдем, пойдем. Смотрим. Слышишь, напряженочка-то есть такое? А! Ну правильно, что есть напряженка. 7 пирожков. Туда их. Ну это просто коллекция на всю жизнь пирожочная. Теперь точно должно быть все нормально. Просто главное теперь не пережидать, потому что он может просто не появиться и непонятно, когда ты его накормишь. Чел, ну ты где? Вот он. Так, все. Его еще и найти, блин, непросто тоже. Да вот, ну где? Вот где. Смотри, какой вкусный пирожок. Очень, очень. Блин, какой же классный. Так, давай. Смотри, я тебе сейчас свой пирожок покажу. Сразу в тебя. С двух нот залетит пирожок мой. Давай. Да где? Бля, ну ты крыса. Нормально. Погнали, готовим пирожочки. Хотя, возможно, это, кстати, не лучшая тактика, потому что энергии очень много тратится на это, наверное. Но, по крайней мере, у меня будет 2 пирожочка. Давай 3 пирожочка. Чтобы точно было все хорошо. Не знаю, насколько это хорошо, но посмотрим. Теперь сейчас надо быстренько сориентироваться. Я ему много пирожков дал! Я ему много дал пирожков! Это все! А это не все. Я его нашел, так что пока он там стоит, кстати, можно, наверное, готовить пытаться. Он иногда умеет возвращаться сразу назад. Побежал, ты видал? Ай, ты крыса! Ладно, я пойду приготовлю пока один пирожочек. Один пирожочек полетел в печь. Раз. Красиво. Это как раз тот лишний пирожок, который мы ему дали с тобой. И давай, 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 давай. Нету, нету, хорошо. Нету, нету, замечательно. Так, теперь надо быстренько его подкормить, чтобы ему ходилось тяжелее, чтобы у него вес тащил его к земле. Опять пропал. Ну какая же ты тварина, а? Ну ладно, у нас с тобой достаточно, в принципе, всего. Кормили. 6 пирожков. Слушай, кстати, этого должно быть достаточно, мне кажется. То есть теперь о пирожках можно, в принципе, не переживать. Сейчас переживать нужно о том, что энергия закончиться может. Слышишь, а ведь здесь реально сделали. То есть, с точки зрения геймплея, игра-то хорошая. Ну, то есть, здесь есть необходимость использовать камеры. Здесь есть необходимость... Ага. Здесь есть необходимость взаимодействовать со всем вообще.
То есть, в принципе, с точки зрения геймплея, эта игра хорошая. Отлично! Так, теперь пирожочков у меня маловато. Нужно бы сейчас подзарядиться. Сейчас посмотрим, когда он появится, как где-нибудь. И мы пойдем пирожков приготовим. Пока что пирожки смотреть не нужно. Просто даже вокруг осматриваться не надо. Нет, надо. Вот это вот надо. А, труба подзаряжена. Почему? А как энергия закончилась-то? А как? Ну это баг был сейчас. Теперь у нас 5 часов, пирожочки, если что, есть. То есть, по сути, пока он не пришел, можно даже в камеру не смотреть. Да, я серьезно пытаюсь разобраться, как играть в Тимоху. Не, ну а что? Надо же все равно разобраться, интересно. То есть, все, по идее, у нас достаточно всего. Если он здесь где-то появляется, я просто сейчас приготовлю еще один пирожок. Чисто так, на всякий случай. Чтобы вообще было без проблем. Единственное, что надо вот за этой следить. Но в принципе тоже уже все хорошо. То есть у него теперь полный голод. Вон он стоит, я его нашел. Так что я могу приготовить, ну, еще один. Потому что, ну, кто его знает, что еще произойдет. Вдруг... А, ну, все. Собственно, вот так вот. Сейчас где-то его такси приедут. Но я думаю, что такси не доедет. Вряд ли. Такси не доезжает обычно. Нет, а нет. Уходи, злодей. Смотри, какой вкусный пирожок. Полиция. Туда! Не пожалеешь об этом, я вернусь. I'm not simping for a child. Вот так вот. Есть 6-я ночь, но это уже бесконечный режим, судя по всему, так написано. Прикольная игра на самом деле. Даже интересная в определенной мере. Я надеюсь, тебе тоже понравилось, родной. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока что на этом все. Вот так вот. Пока. До скорого. Удачи.